В наступившем году на экраны выходит дебютная работа Данилы Козловского в качестве режиссера – фильм «Тренер». Козловский сам сыграл в картине главную роль футболиста сборной, который покинул большой спорт и стал тренером провинциального клуба. Премьера состоится в апреле, но самые яркие кадры зрители нашего канала увидят прямо сейчас в репортаже Олега Пакшина. Нервы накалены до предела! По первому трейлеру фильма «Тренер» становится ясно. В апреле зрителя ждет не просто большой блокбастер, а смелый и свежий киновзгляд на мир футбола и его изнанку. Юрий Столешников, твое слово! После досадного промаха в решающем матче герою Данилы Козловского, нападающему премьер-лиги, пришлось уйти из большого футбола в захудалый провинциальный клуб, сменить газон на тренерскую скамейку. Давайте так, мы вас не сливаем, а вы нам просто не мешайте жить. Фильм о том, как проклинаемый всеми от болельщиков до спортивных функционеров, он сможет построить новую команду, научить играть в новый футбол тех, кто и по-старому уже давно играть не хочет. А главное, вселить надежду и веру в свои силы населению целого города. Это попадос, друзья! Пока форму не вернете, об основе забудьте. Вы у меня летать должны! Ты зачем сюда приехал? Приехал, чтобы побеждать. Помогайте нам. То есть мы начнем петь, а вы начнете выигрывать? Ну, может, нет. А вот вы точно начнете выигрывать. Это история о страсти, это история о любви, это история о том, что любая мечта имеет свойство сбываться. «Тренер» — это режиссерский дебют Данилы Козловского. Это кино на спортивных скоростях. Зритель почувствует себя на настоящем футбольном матче. Эффектные голы и пенальти, подсечки и даже драки — все то, из-за чего футбол и стал игрой миллионов. Так реалистично еще не показывал никто. Мы делаем для тех, кому это действительно интересно. И мы пытаемся говорить честно, откровенно и делаем что-то для нас очень важное и настоящее. Премьера фильма «Тренер» состоится 19 апреля перед началом главного мирового футбольного первенства, которое пройдет в России. Футбол, Юра, выжженная земля, покрытая трехметровым слоем. Никому он тут не нужен. Нужен. Вот, может, сейчас больше всего нужен. Олег Пахшин, Екатерина Фролова, «Вести».